Староскольцам предлагается поучаствовать во всемирной акции и на один день оставить свою машину или мотоцикл. Завтра, 22 сентября, во всем мире будет отмечаться День без автомобиля, чтобы привлечь внимание к проблемам чрезмерного использования транспорта, потребляющего топливо. В различных странах такие мероприятия проводят уже более 40 лет. Акцент на том, что отказ от машины, хоть и на один день, полезен не только для планеты, но и для собственного здоровья.